Итак, всем привет, уважаемые зрители и спортсмены, кто любит здоровый образ жизни. Сегодня у нас бег. Это Анкара, Турция. Мы сегодня бежим километров 10, я думаю, пробегу. Сегодня погодка. С утра минус 1 градус, минус 4 было в 8 часов. Я решил не побежать, сейчас вот 9:30 и минус 1 на улице. Но у нас полнушки уже плюс, конечно. Вот. Хотя вчера вроде не обещали минуса ночью, около нуля, но тем не менее. Днем вчера было 14 градусов тепла. И сегодня у меня пробежка будет по солнечной стороне. Я сейчас вот туда пойду, на солнечную сторону. По городу. По части города, отдаленная часть. Ну, не сильно отдаленная, но частично отдаленная от центра. До центра мне 8 километров пешком. Ну, до старого города, вот где мы вчера были, на метро ехали. Но туда-обратно я не побегу. Вот. Все-таки я жду тепла, чтобы впоследствии уже бегать больше. Вот мы скоро уже уезжаем на юг Турции. Буквально через несколько дней автостопом поедем и каучсерфингом. И там буду бегать, конечно, чаще. Холода будет меньше. Ну вот, сегодня смотрим на мою пробежку, как это будет выглядеть. Мы, значит, живем вот в этом доме, вот в этом высоком, на 5-м этаже. Все, я побежал. В Турции можно наблюдать, что здесь вот такая техническая зона, тут мало деревьев, вообще мало очень, и стоят большие крупные дома с внутренними дворами, и там все зеленое, ну практически как в Индии, ну не в Индии, а в Египте, на побережье облагораживают. Вот так, грубо говоря, пустыня, можно так сказать, степи. Такие вот плитки, Анкара, Экс-Шип, и это вот торговый центр здесь, и вот там вот тот комплекс. Вечером здесь все светится. И здесь огромный торгово-развлекательный центр, комплекс. Здесь и строительные магазины, и супермаркеты, кафешки, и одежда всякая. Вот там вот парк авеню комплекс, он виднеется. То есть рядом тут очень много всего есть для жизни. То есть можно здесь жить, вообще никуда не уходить. Шаговая доступность буквально 5 минут до этого центра. Ну и тут много еще всего строится, банки, ну и так далее. Нет ветра, поэтому стоит дымка, туман. Вот мы бежим дальше от комплекса. Тут вот есть у них, видите, там видно обозревательное кольцо. Огромный парк строят, но не достроен до сих пор пока. Вот смотрите, экрана вообще не видно. Но вот если вы видите, там находится огромный парк развлечений. Типа Диснейленда. И дело в том, что его строили. И поменялось правительство, и его заморозили. Он огромный, он 2 года строился, очень крутой, реально. Может даже круче Диснейленда, я на фотках видел. А здесь вообще находится у нас зона промышленная, здесь очень много магазинов, складов. То есть получается, что вот там вот центр, и там сначала развивался город, вон высокие здания стоят, и сити-центр. Потом была промышленная зона, а потом стали отстраивать уже новые районы после этого промышленного комплекса. Сейчас я попробую добежать до тут, до этого парка. Вот этот парк недостроенный, он огромный, вот там вход в него, не знаю, перейти на ту сторону или нет, он реально огромный. Можно где-то спуститься, здесь нет, не знаю, сейчас посмотрим. Видите, за этим парком вон наш комплекс, здесь закрыты какие-то зоны промышленные, вот такая растительность здесь, вот что растет. У них много где в рабочих зонах,
такие корты для футбола, для баскетбола, для волейбола. Много переходов через дорогу. Вот. Я продолжаю бежать вдоль этого парка. Он реально огромный. Очень много навесов, куполов, как бы инсталляций. И да, вот он вход. Вот он вход. Парк вот. До сих пор строится. Вот сюда дальше продолжается. Бензину, как вы можете наблюдать, стоимость 3 лиры, это за газ. 15 рублей 1 лир. Дизель в 92-й одинаковой стоимости и чуть дороже 95-й. Ну понятно, то есть где-то в районе 70 рублей стоит бензин, газ в районе 45. Конечно, достаточно пыльно здесь. Это сухо, машины едут и пыли много реально на деревьях и везде. Итоги сегодняшнего бега. Вот здесь еще есть рядом с дорогой. В одной части, где я бегаю, небольшой парк, красивые деревца. У меня заканчивается место на телефоне, поэтому пару слов. Что-то я устал. Жарко, думал, холодно. Сейчас побежал, уже, наверное, плюс 5. На солнце, наверное, все плюс 10. Плюсом, видимо, газы и пыль тоже повлияло. И такое состояние не очень хорошее. Да. Бегал неделю назад в Киеве, было как-то легче, но там по набережной. Не знаю, меняется погода, перестройка организма, полет, все это сказывается, конечно, нужно немножко еще восстановиться. Но тем не менее, пробежал на километров 5-6, все равно. Вот, буду продолжать бегать, сейчас буду бегать больше. Хонды стоят, вот такие вот интересные. Это Сивик, походу. Новый. Усики. Красивые.